Всем добрый день! В данном видео мы с вами свяжем вот такой интересный узор, называется горизонтальные полосы. На данном образце я связала 3 раппорта в высоту. Так выглядит лицевая сторона. Так аккуратно выглядит изнаночная сторона. Для данного узора необходимо набрать число петель кратное 2. Плюс 1 петля для узора. Так, начинаем. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем весь ряд лицевыми петлями. До конца ряда все лицевые. Второй ряд и аналогично третий ряд. Продолжаем вязать лицевыми петлями. То есть у нас первый, второй и третий ряд провязываем лицевыми петлями. Провязали 3 ряда лицевыми. Четвертый ряд. Вяжем весь ряд изнаночными петлями. Так, все изнаночные до конца ряда. Пятый ряд. Весь ряд вяжем лицевыми петлями. Вот уже провяжем до конца ряда. Пятый ряд. Шестой ряд. Провязываем. Одна лицевая петля. Одну петлю снимаем. Рабочая нить остается за работой. И повторяем, лицевая петля, одну снимаем, рабочая нить за работой. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Вот. В конце ряда одна лицевая и кромочная изнаночная. Седьмой ряд. Провязываем. Кромочную петлю снимаем. Теперь снимаем одну петлю, рабочая нить перед работой, и провязываем одну изнаночную. Повторяем, снимаем петлю, рабочая нить перед работой, одна изнаночная. Таким образом мы вяжем седьмой ряд до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Восьмой ряд. Первая петля. Провязываем лицевой. Вторую петлю снимаем. Рабочая нить за работой. Опять лицевая, рабочая нить за работой. Лицевая, рабочая нить за работой. Вот. И так до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Девятый ряд. Вяжем весь ряд лицевыми. Десятый ряд вяжем весь ряд изнаночными. Вот закончила десятый ряд. Это наш маленький образец. Смотрите, как интересно смотрится. Наш первый образец, наш второй образец,
Для продолжения узора повторяйте с первого ряда. Если вам нравится видео и узор, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!